На фоне неутихающей пандемии жители региона беспокоят наличие в аптеках необходимых, прописанных для лечения лекарств. Обеспеченность аптек Тверской области лекарственными препаратами от коронавирусной инфекции и гриппа в эти дни проверяют активисты Общероссийского народного фронта. Здравствуйте. Общероссийский народный фронт. Мы проводим мониторинг лекарственных средств и их наличия в аптеках города. За несколько дней рейдов проверено более 100 аптек по всей Тверской области. На руках у активистов Общероссийского народного фронта список лекарств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции и гриппа. Многие аптеки сейчас являются сетевыми. И то есть, если в одной аптеке этого нет, то данное лекарство есть в другой аптеке. Или же будут подвезены в определенное время. Проверочным рейдом присоединились организации системы здравоохранения. Проверяется не только наличие жизненно важных препаратов, но и безопасность посетителей, наличие у людей масок, соблюдение покупателями необходимой дистанции. Данная аптека соответствует на 95%, и 5%, я бы сказала, это возможность заказать лекарство через сайт. Если его нет в аптеке, человек может на сайте сделать заказ, и через 2 дня ему привезут лекарство. Можно даже заказать на дом. После каждой проверки активисты Народного фронта составляют список наличия либо отсутствия в аптеках необходимого перечня лекарств и в тот же день передают его в Министерство здравоохранения региона.